сегодня мы бы хотели почтить тех людей, которые трудились с нами, с детьми. Поэтому я прошу, пожалуйста, выйдите на сцену. Ира Березина, Марина Карпова, Кассия, Галина, Гуля, Лена Пудовкина, Жанна Борисова, Катя Бояркина, Лена Ценева, Наташа. Пожалуйста, пока они идут к сцене, я предлагаю церкви посмотреть коротенький ролик о том, как мы занимались с детьми в течение года. Я уверен, твоих обетований. Твой дух ведет. Ты назвал по имени меня. Ты сказал, что я твое дитя. И как могу бояться, если я дитя великого царя. Неизвестность не пугает. Когда ты рядом, я смел, как лев. Неизвестность не пугает. Когда ты рядом, я смел, как лев. Я уверен. Друзья, вот знаете, вот это такая команда потрясающая. Я вообще счастлива от того, что к нам прибыло столько людей. Мы еще ждем, кстати говоря. У кого сердце зовет, пожалуйста, не сдерживайте свои порывы. Мы вас ждем. Хорошо. Проходите, пожалуйста, так, сюда. Я бы хотела, знаете, вот поделиться с вами таким словом и подарить вам подарочки, маленькие символические подарочки. А слово будет такое. Значит, смотрите, я сегодня услышала такую классную мысль от проповедника, от пророка. Если вы хотите, чтобы ваши дети были благословенны, прямо вот утром открыла, да, и слушаю, вкладывайтесь в жизни других детей. Поэтому я благодарю каждого из вас, каждого, кто еще, может быть, не с нами здесь, но я хочу сказать спасибо за то, что вы мамы, и труд мам он всегда тяжелый, и вместе с этим мы находим время, чтобы вкладываться в жизни других детей. Поэтому слово, которое мы хотим утвердить вас, и мы все, это 2 Коринфянам 3 глава 18 стих, и мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале, сияние славы Господа и изменение. Меняемся, становясь все больше похожими на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух. Дорогие служители детские, я вот с этим подарком зеркала, я хочу вдохновить вас, что, вот, чтобы никакие сомнения вас не мешали вам. Потому что я сама как служитель, ну какая же я мама? Как же я вот тут дома, а потом иду служить детям? Я же человек, поэтому я верю, что ну как бы нам нужно подкрепление. Поэтому, когда вы будете смотреться в это зеркало, вспоминайте, что Иисус в вас. Он в ваших руках, Он в ваших ногах, Он в вашей улыбке, в вашей молитве, в вашем объятии, в ваших рукодельнических и всех делах, в ваших песнях, в ваших молитвах, в ваших объятиях любви, в ваших играх. Поэтому вот Господь, Господь в нас, не забывайте, и пусть вас дьявол не атакует никакими мыслями. Аминь? Аминь. Мы очень в этом нуждаемся. Поэтому, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этих чудесных служителей, которые есть у нас, в нашей церкви, за нашего пастора, который нас всех оберегает, хранит, покрывает молитвами, любит, приглашает на выезды. Господи, мы благодарим Тебя за каждое сердце, благодарим Тебя за каждую минуту, которую они провели в молитве, в общении с детьми, являя Твою заботу и Твой покров, Господь. Ты знаешь, как восполнить их нужды. Ты знаешь, как их напитать, как изменить их сердце, чтобы оно еще более и более могло принять в свое сердце множество людей, множество детей не только из стран России, страны России, но и за ее пределами, Господь. Мы благодарим Тебя за нашу церковь, которая служит по всему краю земли. Мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам возможность достигать сердец других детей, вкладывать в них жизни, вкладывать в них свои молитвы, Господи, и видеть Тебя творящим, Боже. Благослови каждого этим летом отдохнуть, восполнить свои силы, выполнить, исполнить свои желания, Господи. Исполни все, что они просят по желанию их сердца. Во имя Иисуса! Аминь! Спасибо!
Еще хочу поблагодарить наше молитвенное служение, молитвенников. Они нас подкрепляли всегда своими молитвами. Да, спасибо. Но наше служение продолжается. Мы не будем в воскресенье заниматься с детками, но оно будет в онлайне. Это курс «Иисус, кто ты?» с дошкольниками. И также будет продолжение курса «Как христианина использовать технологии». Молитва 30 за детей продолжается. И курс «Барбарака» начинается онлайн. И «Мудрость матери» тоже продолжается. Вот сколько всего.